Всем привет! Сейчас вернулась с секонда. Как я обещала, и вам понравилось. Вот у меня здесь такой пакет. И здесь немножечко побольше сумма имеется в виду, так как скидка была всего 20%. Но я просто проходила мимо, решила зайти. И здесь есть довольно-таки интересные вещи, потому что, когда покупаешь с такой маленькой скидкой, можно найти что-то интересное. Я взяла два платья из натуральных тканей, это из льна, давно я хотела. И, конечно же, все это я приведу в порядок, постираю. Есть тут кое-какие вещи, которые чуть-чуть мне великоваты. Я покажу, как они были, как я их ушиваю. Думаю, что, может быть, вам тоже будет интересно, как это все делается. Ну, я, знаете, так, по-дилетантски. Не профессионал, можно, конечно, отнести в ателье. Но думаю, что я сама справлюсь. Так, что я копаюсь, а елки-палки? Ищу вам чек, но... Ну ладно, зачем он нужен, потом покажу. И постираю, поглажу, покажу вещи, если они мне больше до, после. Вдруг что-то вы возьмете себе на заметку. Ну что ж, до следующего включения, а сейчас мне нужно будет это все привести в порядок. Так, привет, друзья, еще раз. Вот эта вот блузка на мне, я вам ее показала, у нее здесь как бы широко. И поэтому я хочу вот здесь вот убавить. В общем, она по плечам, по длине мне устраивает, нравится мне очень цвет. Единственное, вот эти вот бока, их, мне кажется, убрать несложно. Также я вам покажу, как это я буду делать, потому что как-то я вам показывала, что я приобрела машинку такую вот миниатюрную, швейную, и я буду использовать ее. Если интересно, то напишите под видео, я вам ссылочку оставлю, где я ее покупала. Кстати, она стоила недорого, покупала я ее на китайском сайте. Следующая блуза тоже самая, практически один в один, но она меня, знаете, как зацепила своим цветом. У нее очень интересная расцветка, такая летняя, с попугаями, тут с пальмами и все такое. И в ней очень комфортно, легко дышится. У нее, я даже не знаю, что за ткань, ну какая-то, наверное, искусственная, я так думаю. И это довольно-таки большой размер, это 12 размер. Это 100% полиэстер, 12 размер. По плечам, а по остальным там вот параметрам все хорошо. Единственное, вот тоже также края я буду убирать, потому что ну, не очень хорошо это смотрится. Если заправлять, то я думаю, что нет проблем, но так как я предпочитаю как бы юбочки носить такими блузами на выпуск, то я края буду тоже убирать при помощи этой же машинки. Следующее платье, рубашка, это, скорее всего, оно такого ярко-кораллового цвета, я не знаю, как на камере выглядит. Впереди у нее такой рубашечный стиль, если видно, и она довольно-таки свободная. Можно ее, конечно, носить в свободном стиле, то есть, ну, мне, по крайней мере, она чуть-чуть великовата, можно, если убавить, то и в свободном, как бы, стиле носить. Размер это S. Но так как есть поясок, то можно и завязывать. И чем зацепило меня это платье? Во-первых, оно новое. Во-вторых, это 100% лен. И я очень давно хотела вот, одежду, платье или рубашку из натурального льна. Следующее платье зацепило меня тем, что у него форма вот это вот платье точно такая же, как у моего синего платья в таком вот
стиле гжель. Вы могли его видеть много раз в моих видео, там на фотографии. Я его люблю безумно, заказывала на китайском сайте, по-моему, Shein. И вот у этого платья точно такая же, как бы сказать, форма, силуэт вот этой модели. Даже вот по низу идет такая вот интересная как бы опорка. Единственное, мне что здесь не нравится, то что ткань. Ткань, она вот, ну как бы такая тонкая-тонкая сеточка, вы можете видеть. Но так как здесь есть подклад, то это не страшно. И расцветка, да, не очень она мне, конечно, по душе, но из-за формы, из-за силуэта, из-за того, что оно хорошо сидит на мне, поэтому я его взяла. Следующее платье, это тоже 100% лен, оно довольно-таки тяжелое, подкупило меня своей оригинальностью. Конечно, вот этот воротник, мне бы хотелось не такой, на лето такой воротник, конечно, не очень, наверное. Не знаю, что думаете вы, цвет очень красивый, такой стальной. Есть у него как бы завязка на талии. И чем оно мне подкупило? То, что оно, во-первых, не, как сказать, необычное. А снизу также, кстати, идут завязочки. Есть карманы. Я не знаю, оно такое, по крайней мере, мне напоминает такой бунтарский, наверное, стиль. Ну, по крайней мере, я вот так думаю. Дышится в нем хорошо, но оно довольно-таки тяжеловатое, так как это лен, гладить его не нужно, чем я так... Вообще, мое мнение, платья, одежда вообще из натуральной ткани, она не должна гладиться. Что вы думаете насчет этого? Про следующую блузку в тонкую полоску с очень мягкой, комфортной тканью. У меня неоднозначное мнение, вы видите, как она на мне. Она... необычная, она оригинальная, но я чувствую в ней пока не очень комфортно. Я привыкаю к вещам, есть у меня такое, поэтому я пока еще не знаю. Напишите, пожалуйста, под видео, что вам понравилось, а может что-то не понравилось. И мне очень интересно, ходите вы по секондам или нет, или брезгуете. Всем спасибо за внимание, до следующих встреч!